Всем привет! Это прогноз погоды от блокнота Волгограда. Какими будут эти выходные, расскажу вам я, Алина Мельникова. В пятницу 16 июля ожидается малооблачная погода. Днем плюс 34, ночью плюс 26. В субботу 17 июля солнечно. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, ночью плюс 25. В воскресенье 18 июля ясная погода. Днем плюс 36, ночью плюс 26. Вы работодатель и не можете найти сотрудников в свой коллектив, или вы соискатель, который в поисках работы, заходите на сайт «Блокнот Волгоград» в рубрику «Работа». Здесь вы найдете себе и вакансию, и сотрудников. Ну а я с вами прощаюсь до следующей недели. Увидимся. Пока.